Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Deus Ex Human Revolution. В последней миссии мы разобрались с квестом, который нам дала мать нашей бывшей девушки, Меган, и выяснили, что в нем, в этом деле, очень много неточностей, непонятностей, и вообще хрен пойми, что там происходило, потому что даже труп Меган после того, как она погибла, кто-то обработал кислотой, чтобы его невозможно было опознать. То есть, возможно, это даже была и не Меган. Кроме того, там какие-то правительственные чины заминали это дело, посылали своих спецов. Ну да ладно, пока что мы все равно ничего не можем из этого выяснить, просто потому что у нас нет информации. И решили пока остановить этот квест, как он есть. И сегодня мы будем выполнять, сегодня 9 у нас, по-моему, серия, сегодня мы возьмемся за квест «Плащ и кинжал». Нам нужно разобраться с каким-то торговцем оружия, который берет оружие полицейских и сбагривает его бандом. Так, ну и тут я вижу, что где-то поблизости у нас есть... отправиться в трущобы. Что еще у нас тут есть? Квартира у Мелли. Давайте сходим в квартиру у Мелли. Потому что я думаю, в квартире у Мелли нам нужно достать компромат на него и таким образом повлиять как-то на исход этой миссии. Посмотрим, что получится. Что-нибудь да получится. Кто-то опять орёт вдалеке, опять кого-то режут. Маньяки, мать вашу. Так, давайте, где там мячик? Может, с этого раза я его закину нормально. Так, по-моему, повыше чуть надо. А, скотина. Да хрен с тобой. Хреновый из меня баскетболист. Что ж поделаешь. Так, где-то у нас квартира у Мелли. Где-то здесь, по-моему. Сейчас вот сюда. Давайте пойдем. Давайте посмотрим. Эту дверь мы уже взломали. В предыдущем, по-моему, квесте. Или в квесте до этого. Мы там Нику помогали. Или Тиму. Не помню, как его зовут, нашего другана. Так, ладно. И спокойно, без нервов, пробираемся вперед. Что у меня там по оружию-то в инвентаре вообще? Есть дробовик. Но он мне, в принципе, конечно, не нужен. И вообще я его не очень уважаю. Ну да ладно. Ходим все так же с нашим пистолетиком. Я вот думаю, если какой-то серьезный замес, он мне, конечно, не очень сильно поможет. Но, тем не менее, пусть будет. Будем стараться не попадать в серьезный замес просто. Так, что? Код не найден. Давайте попробуем взломать. Тем более, что рейтинг 1 элементарный. Так, нам надо сюда. Потом сюда и сюда. Хорошо. Погнали. Ха, даже тревога не поднимается. Настолько все или... Так, подождите. Раз нет тревоги, давайте посмотрим, что у нас здесь. Понятно. Как бы не нарваться в итоге. Ну ладно. В принципе, все нормально. Все мы открыли. Смотрим, что у нас есть в квартире у Мелли. Закроем дверь. Так, тут пока тихо. Холодильник. Я его и не собирался поднимать, к счастью. Телевизор. Он, похоже, недавно переехал, так что что-то все в коробках. Довольно неплохой тут. С точки зрения дизайна. Интерьер. Газета все о том же пишет пока. Пистолет. Так, что еще тут есть? Да, судя по всему, больше тут ничего нету. Давайте посмотрим следующую комнату. А, ее опять же ломать надо. А тут рейтинг безопасности 4. Отлично. Я его даже, скорее всего, взломать не смогу.
Хрен бы там, как говорится. Так, ну и что же мне делать тогда? Как же мне быть? Блин, дилемма. Можно, интересно, туда как-нибудь попасть через, я не знаю, там, окошко? Видимо, нет. Блин, что же делать? Тут вообще есть такой параметр интересного двери, как крепкость. Похоже, что нет. Блин, это печально. Ладно, ладно. Посмотрим еще, может быть, я что-то тут упустил. Да. Приплыли. Похоже, мы тут ничего не сделаем. Очень жаль. Очень жаль. Так, эти двери не открываются. Мы закроем, не палимся. Ну и все, похоже, надо уходить отсюда. Потому что не вижу я, как можно открыть эту дверь. Подождите, у нас же нету очков Praxis. Очков Praxis нет. По деньгам что? По деньгам. По деньгам тоже маловато. Ну ладно. Здесь мы маленько лоханулись, так скажем. Выходим. Сейчас мы пойдем, видимо, в трущобы. Постараемся там незаметно пройти. Но сначала продадим всю ненужную шелуху. Где-то у нас здесь. Да, вот она, вот магазин. Продадим всю ненужную шелуху и потом двинемся в трущобы. Не хочу пока идти к Омелли или Конелли, как его там, наниматься наемным убийцей и бегать на побегушках, шнырять какого-то непонятного продажного копа. Так, здорово, азиат. Что это будет? Давай мы продадим тебе боеприпасы для винтовки, дробовик. Да, в принципе, и все, я думаю. Что у тебя купить можно? Минная основа. Что это такое? Позволяет создать мину. Но это мне пока что всегда не нужно. Всегда пожалуйста. Ладно. Ладно, ладно. Двигаем дальше. Так, что у нас по карте в итоге мы имеем? Так. Вот у нас, собственно, Омелли. Опять придется пройти через полицейский участок к нему. Либо... Нет, это главный квест. Либо отправиться в трущобы. Давайте отправимся в трущобы. Там нам нужен какой-то найти, по-моему, пакет, оружие. Или что? Серьезную улику. А, нет, это... так, в трущобах нам нужно найти... Поиск... Так, блин. Короче, поискать оружие. Но там территория банды, поэтому это довольно-таки опасно. Будем иметь в виду. Вдалеке орёт девушка. Довольно странный проход, я бы сказал, на вторую половину локации. Более такой цивилизованный подход могли бы придумать. Приходится по вентиляции постоянно к этому полицейскому участку поползать. Даже как-то странновато. Так, вот я все думаю. Зачем я взял вообще эту транквилизаторную винтовку? Действительно ли мне она нужна? Не знаю. Следующая миссия покажет. Я думаю, мне нужно будет в дополнение к своему пистолетику, на который я собираюсь нацепить глушитель, в дополнение к нему взять что-нибудь посерьезнее, типа той же самой винтовки хотя бы. И уже от этого отталкиваться.
Так, где у нас здесь трущобы? Я, по-моему, как раз пришел по адресу. Ага, сейчас мы хрен посмотрим. Так, ну выйдем. По-моему, я пришел по адресу. Как бы там ни было, вон туда. Сейчас я постараюсь перепрыгнуть. О, блин, да что это было? Я вообще не прыгнул, что ли? Давайте по новой. Только что сохранение у нас было. Ладно. Почему я не пошел напрямик? Потому что там стояли парни с пистолетами, а у меня в задании написано, что лучше не попадаться им на глаза. Так, чтобы исходить из этого. Блин, с прыжками, конечно, все печально. Да, как-нибудь побезопаснее бы перебраться, конечно. Потому что ощущаю, что сейчас я разобьюсь. Возможно, тут акробатством получится воспользоваться. Давай, давай, давай. Хорошо. Так, и трущобы у нас где-то там. Ладно. Там вон у нас супостаты. Ну, не супостаты, по крайней мере, бандиты. Или все же нет? Сейчас узнаем. Не советую приближаться, полуробот. Да, похоже, все-таки я был. Тихо, тихо. Я надеюсь, он меня тут не увидит. Блин, он меня сейчас увидит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Блин. Ушел. Надо быть начеку. Не прокатило. Что у нас здесь? Может, как-нибудь опять же можно поверху пройти? Я не знаю. А, ну да. Или нет? Чё-то вообще, куда это я попал? Что это такое? Нет, сюда, похоже, только понизу можно пройти. Какое-то слепое помещение, откуда просто так не выйдешь. Только в одну сторону. Ладно. Все, спускаемся, пока он далеко. Так, потихоньку, аккуратно. Да вроде все нормально. Ой, тихо, тихо, девушка. Только не выдавай меня, пожалуйста. Это что такое? Так. Я туда иду вообще, нет, интересно? А, мне сейчас опять, наверное, покажут внутреннее помещение. А, вот. Ну ладно, идем, по крайней мере, правильно. Тихо, аккуратно, стараемся не шуметь. Так, ушел. А мы пока пойдем куда-нибудь за ним. Пойдем за ним. Блин, рискованно. Тихо, тихо, тихо. Отвернись, отвернись. Куда-то попадем в итоге, я думаю. Я тебе говорил, дебильная была идея дать этим уродам из чистоты обосноваться на нашей территории. Ну да, только это не мы решаем. Кроме того, знаешь, деньги они платят, так какие вообще проблемы? Да ладно.
Они сюда приперлись, понаобещали славы и всякой хрени, а в итоге наших убивают налево и направо. Завидуешь просто потому, что тебя не взяли, а? Ты же в курсе, как они облажались в Милуоки Джанкш. Надо было просто взорвать это здание к чертям. Вместе со всеми любителями железяк. Сандерс, только трепаться и умей. Тогда зачем он тебе сдался? Да расходитесь уже, давайте. Побазарить у мастера, я смотрю. Так, вот этому бы отвернуться, конечно. Хорошо. Так, надо уходить куда-то. Блин, никуда не денешься пока. Вот ведь что печально. Хотя... Блин, опять какой-то тяжелый баг, который хрен... О! Тихо, тихо, тихо. Так. Выстрелы! Охренеть. Это что было вообще такое? Она что, вообще не работает, что ли, эта пушка? Я же в него попал. Ну да ладно. Что-то у меня вообще ощущение какое-то, что я куда-то не туда иду. Ну ладно, пока двигаемся. Дальше время покажет. Хорошо, мы оказались прям тут. Так, что у нас еще здесь есть? Судя по всему, это единственный верный путь. Так, куда-то вон туда надо сохраниться по-быстрому. Так, теперь посмотрим карту. Где нам, где наше задание? Честно говоря, не совсем понимаю, куда мне идти надо. И зачем я вообще в эти трущобы пошел? Зачем мне сюда указатель был? Ну и чё? На всей карте ничего нету. Так, это интересно, я бы сказал, интересно. Лестница. Может мне на эту лестницу, потому что тут еще есть лестницы, но они никак не отмечены. Блин, даже не знаю. Я проник в трущобы. Найти место, где местная банда... А, понятно. Как мне попасть в тот угол карты? Мне нужно пробираться мимо них тихо и аккуратно. Допустим, вот так. Что за чушь, чувак? Сам подумай, если эти импланты не такие плохие, как ты говоришь, что ж ты сам ими не обзавелся? Просто хочу сказать. Подумайте сами. Мы сильнее трахера. Наш... Где я по карте? Понятно, нам куда-то сюда вот. Вперед. Эй, чувак, отсюда тебе не уйти. Дверь должна быть под присмотром круглые сутки, усвоил? Ага. Слушай, эта ракетница просто прелесть. Ага, мой маленький сюрприз для мототрекера. И никто у меня его не дернет, ясно? Не вопрос. Сам себе только ничего их не дернет. Не умничай. Ты периодически внутрь поглядывай. Вдруг кто попробует через вентиляцию залезть, понял? Понял. Никаких вентиляций. И никаких лифтов в передачу. Все, расходимся, господа. Хватит стоять. Так, ну ладно, мы где-то на месте. А, блин. Так, двигаем дальше. Ой, только не иди сюда. Как мне проникнуть туда? Разберемся. Же просто двигаемся, куда глаза глядят. Хм, тут довольно безлюдно. Тут, похоже, есть проход в вентиляцию, и можно было пройти это все вообще без нервов лишних.
Да, блин, вот это море возможностей и есть то, что отличает игру от остальных. Охренеть, сколько тут оружия. Гранаты. Вот гранаты мне пригодятся рано или поздно. Так, мы опознали. Патроны к пистолету. Винтовка, винтовка. Блин, или пистолет, пулемет все-таки. Ой, не знаю, столько всего вкусного. Пистолет, пулемет, патронов нет. Давайте все-таки своим походим. Так, все, что мне теперь тут надо делать? Мы опознали. А теперь надо, видимо, уходить отсюда обратно. Да, уходить обратно и встретиться с Омелли. Но я думаю, вернуться обратно будет гораздо легче, потому что мы нашли тут... Тихо, нет, обратно. Мы нашли тут люк вниз. И отсюда наверняка гораздо проще будет выбраться. Хотя не знаю. Сейчас посмотрим. Судя по карте, здесь тоже враги есть. Они те ли это хрены, с которыми я уже встречался давеча. Блин, но мимо них будет довольно проблематично пройти, я бы сказал. Блинский. Давайте попробуем просочиться. Они где-то прямо надо мной. Стараемся не шуметь. И, судя по всему, мы все-таки сможем отсюда выбраться, не привлекая к себе внимания. Так, сейчас вот этот хрен уйдет отсюда. Ладно. Валим. А здесь уже бомжи. Понятно. Примерно понял я вроде, где мы находимся. Вроде бы все хорошо. Все, вылазим отсюда. К ядрене фени. Где это мы по карте-то? А, понятно. Нам лучше быстро отсюда уходить. В какую сторону только? Ладно, братюнь, я вообще без претензий ухожу. Все, валю. И зачем ты мне нашел клиента в трущобах? А если какая-нибудь хрень случится, как мне выбираться? Не волнуйся, нет. Шалавый сутенер что-то там обсуждают. Блин, мне сколько там стоил-то, я не помню. Этот в протезе Праксис очко одно. Мне бы поломать, конечно, квартиру у Мелли. Мне не хватает одного Праксис очка для этого. Действительно не хватает? Да, не хватает. Ну ладно, пойдем к Умели пока. Разберемся с ним, что он там хочет. Заходим в полицейский участок. Другого пути я так и не нашел. Ну, по канализации, конечно, можно было. Но
Чё-то я не пошел оттуда. Ну тут уже дорогу знаем, так что ладно. Пойдем отсюда. Задание превращается в довольно-таки интересное, надо сказать. Мы уже довольно неплохо выполнили его. Сейчас поднимемся на второй этаж. Там вылезем опять с балкона. И подойдем к этому Омелли. Так, тут камера. Да и плевать на нее. Все, выходим обратно на улицу. Посмотрим, чего он от нас хочет. Он вроде как хочет нанять наемного убийцу, которым мы и притворимся. Посмотрим, посмотрим. Тем больше, что теперь у нас есть граната. Да. Чем могу быть полезен? По правде говоря, один наш общий знакомый считает, что все может быть наоборот. За тобой следили? Так, он похож на альфа, что ли? Так. Давайте будем холодно. Я же профессионал. Знаю, как дела делаются. Давайте опустим эту шпионскую ерунду. Ну, выглядишь ты в точности как персонаж сериала про шпионов. Это точно. Посмотрим, как ты в жизни сыграешь. Итак, что вам нужно? Сразу к делу. Редкое в наши дни качество. Скажи, пожалуйста, ты в местных бандах разбираешься? Достаточно, чтобы не иметь проблем. Отлично. Предупреждаю, это довольно грязная работа, но ваши усилия хорошо окупятся. Мой помощник оставит для вас пакет в переулке на Гранд-Ривер-Роуд. Вы заберете сверток и с его помощью раз и навсегда разберетесь с моей проблемой. И в кого метим? Уверяю вас, его смерть никого не огорчит. Бандит, известный под кличкой Дабл Ти, обитает в доме возле Эрлс Корт. Вряд ли он будет там один. Еще менее вероятно, что компанию ему составляют милые, интеллигентные люди. Но вы его узнаете. У него крупные и довольно безвкусные импланты на лице и руках. Хотите сказать, что наняли меня только ради того, чтобы избавиться от уличной шпаны? Это было бы избиением младенцев. Нет. Уничтожить объект, используя выданное вам оружие, всего лишь первая часть задания. Когда разберетесь с Дабл Ти, отправитесь в трущобы и незаметно подложите орудие убийства в тайник с оружием пацанов. Убить члена банды городских мототрахеров, а потом подкинуть оружие другой банде. Сдается мне, вы хотите начать войну. Надеюсь. Так, ну он, два раза у него замигала альфа и два раза бета. Что ж с тобой делать? Блин, а? Давайте попробуем лизнуть ему. Вы, конечно, человек влиятельный, дорогу вам переходить не стоит, но для того, чтобы я мог вам доверять, мне нужно получить половину оплаты авансом. Не воображай, что знаешь, что я хочу услышать, друг мой. Мне плевать на мнение окружающих, но храбрость – штука хорошая. Это жест доброй воли. Ну да, получилось лизнуть. Это хорошо. Блин, как же все-таки отключить вот этот трансформатор? Почему его коротит постоянно? Неужели мне так и придется постоянно лазить не пойми где? Похоже, что да, потому что я не вижу здесь предметов, на которые можно было бы хоть как-то повлиять. Хотя есть, конечно, вот это, но до нее я не дотянусь. Так, ну что, мне нужно грохнуть местную шпану. В принципе, я не думаю, что это будет сложно. Хотя, время покажет. Давайте через этот выйдем.
Так, сохранились. И идем сейчас опять мимо бандитов на выход. Надеюсь, без приключений у меня с ними получится пройти, никого не задеть, ничьё самолюбие не задеть. Так, погодите, а это явно куда-то ведет. Это понятно, насквозь, а вот это вот куда ведет? Похоже, прямо к этим бандитам. Ну и насрать, ладно. Пока что они миролюбивы довольно-таки. Просто пошлют сейчас меня. Ближе не подходи, гад. Отвали. Да успокойся, все нормально. Ничего, кипишишь-то. Есть там кто? Тут я. Так, транквилизаторную пушку, похоже, надо продать. Она тоже мне не понравилась, потому что она действует не мгновенно. Должно пройти какое-то время, прежде чем что-то получится. Ну да ладно. Попробовать стоило. Так, где это я? Куда это я иду? Ну, закроем люк. Где у нас? Тут был пакет. Вот пакет, значит. А где шпана? Давайте сначала пакет возьмем. Потом с шпаной будем разбираться. Так, опять не туда пошел. Полицейский участок. Хорошо. Здесь у нас братки. Там наша тёлочка под прикрытием. Но мы пока договорились с ней не связываться. Так, мы, видимо, отсюда пройдем. Вот пакет наш. Арбалет. Нет места. Хорошо. Так. У меня битком просто все. Блин, выкинуть-то нечего. А, где там у нас далеко магазин? Нет, давайте посмотрим. Только выйти сначала надо, не покажет. Так, магазин у нас находится... Охренеть, как далеко. Давайте мы в этой серии добежим до магазина, продадим весь свой ненужный скарб. А дальше уже будем делать дела в следующей, похоже, миссии, в серии. Опять я устал. Но, тем не менее, двигаемся дальше. Так, вот это что такое? Давно уже хотел посмотреть. Давайте попробуем. Так, мне нужно сюда. Нет, не сюда. Мне нужно сюда, сюда и сюда. Хорошо. Начинаем. Успею, не успею. Давай, давай. Хорошо. Что мы тут имеем? Какой-то склад. Блин, даже места нет ни на чё. Парализующий пистолет. Его я видел в бете. Довольно неплохая штука. В принципе, его можно было, по-моему, в начале игры взять. Ну да ладно. Так, надо быстренько сбегать. Продать все, вернуться. И забрать эти рулезы. Так, нам сюда. Арбалет, конечно, не знаю. Я, в принципе, тоже не поклонник такого вида оружия. Но, по крайней мере, оно бесшумным должно быть. Не знаю, сейчас посмотрим. Здравствуй, Грейс. Чем могу?
Забери-ка ты у меня, пожалуйста, транквилизаторную винтовку, боевую винтовку. Блин, что же продать из вас? Давай продадим пистолет, по-моему, все-таки с ним уже тут делать нечего. Тут у нас есть улучшение, оказывается. Одну банку продадим, что-то до хрена их много. Дротики. Что купить можно у тебя? Всегда, также. Пожалуйста. Так, ладно. Я думаю, это прекрасный момент прекратить эту серию. Увидимся в следующей. Продолжим выполнять этот квест завтра. Всего хорошего. Пока.